полезно делать такие наброски. И любую погоду здесь позволяет делать очень классный такой скетчбук. Вот. Он просто толстый, упругий. И у него бумага, которая позволяет в морозе тоже работать. Вот. Поэтому тоже советую, когда вы думаете о быстром наброске с натуры, старайтесь так, чтобы у вас было желание, да? Конечно. Но желание часто бывает, прерывается из-за того, что у вас руки мерзнут, нужно нормально одеться, нужно, чтобы был нормальный лист бумаги, да, вот. Не слишком тонкий, да, вот, он должен быть где-то, ну, максимум от 150 грамм, от 120 грамм, когда можно и где-то даже углем там сделать, да, где-то там акварелью там где-то размыть потом, да. Вот, поэтому это очень большой плюс, и работа, конечно, с натурой необходима, потому что это ваш багаж. Вы это делаете, и потом и этот багаж это применим полностью в мастерской, да, то есть вы работаете дома, потом у вас есть возможность, выбирая те или иные моменты, которые у вас существуют в работе, уже, в блокноте, делать какую-то более серьезную вещь. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про натуру, убирайте все эти фотографии, будьте больше руками. До новых встреч. Вас ждет значок по карьере.